Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала. Сегодня в работе у нас блок CMOS 8.6. Это Audi A6 2011 года с двигателем 2.8 FSI. Этот блок не читается и не пишется, пока его не разблокировать. То есть мы будем его вскрывать, делать разблокировку в BCL режиме, потом ставить в машину, читать калибровки, править калибровки и на машине заливать. Читать и записывать калибровки мы будем с помощью загрузчика PCM Flash. А также с помощью этого загрузчика будем работать в BCL режиме. Будем использовать адаптер Scanmatic 2 и кабель от Алексея Рыжкова версии 2. Единственное, здесь я сделал выключатель, чтобы можно было управлять ручным питанием. Ссылку на адаптеры от Алексея Рыжкова я дам под видео. Будут там внизу. Можете связаться с Алексеем и заказать адаптеры. Для того, чтобы подключиться к блоку на столе, давайте откроем форум PCM Flash. Откроем ВАК и модуль CMOS 8 или PSR 2.1. Здесь мы сможем найти распиновку блока подключения, также подключение по вводу BCL режим блоков. Нас интересует CMOS 8.6. Вот он. И вот его подключение. Давайте теперь наш блок подключим. Все соединения осуществляются в большом разъеме ЭБУ. Нам остается взять адаптер от Алексея Рыжкова и выполнить подключение к блоку. Так, номер один это у нас масса. Так, дальше идет у нас номер 5 это плюс над ним. Вот здесь. Так, дальше у нас идет еще два питания. 1,87. Так, у нас здесь 94. 3, 2, 1. 90, 89, 88, 87. Один сюда. А второй у нас идет 64. Тоже плюс. Так, получается, здесь у нас 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64. Вот сюда подключаем еще одно питание плюс. Дальше у нас идет Can-High, Can-Low. Can-High 68, 72, 71, 70. 69, 68, это Can-High, и 67, это Can-Low. Вот так вот мы подключим наш блок. Все подключения выполнили, давайте теперь сделаем идентификацию. Подключаем кабель питания, далее подключаем Scanmatic 2. И включаем подачу напряжения на Scanmatic и адаптер Алексея Рыжкова. Давайте попробуем включить питание. Вот у нас нагрузка пошла. Блок запустился. Теперь давайте откроем PCM Flash. Scanmatic у нас выбран как адаптер. Теперь нам нужно выбрать Volkswagen и CMOS. Выбираем CMOS 8.6. Для начала выбираем вот эту строчку. То есть не разблокировку в BCL режиме. Мы еще не перевели блок в BCL режим. Выбираем просто идентификацию. Включаем зажигание и делаем идентификацию.
Так, ага, Scanmatic 2. Вот выбран. Идентификация. Вот пошла идентификация. Смотрите, что мы видим в идентификации. Нас интересует вот эта строчка. Проверка цифровой подписи включена. То есть сейчас невозможно ни чтение, ни запись этого блока. Нам нужно вскрыть блок, перевести его в BCL режим и разблокировать. Потом мы сделаем идентификацию, и здесь должно быть написано: проверка цифровой подписи отключена. Тогда блок можно ставить в машину и производить чтение и запись. Давайте откроем блок. Сначала нам нужно разогнуть фиксаторы. Делаем вот так. С помощью отверточки аккуратно. Разгибаем пластины. Здесь их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук. И сейчас нам нужно будет греть вот эту всю поверхность. Для того, чтобы герметик стал мягче, и мы смогли верхнюю крышку снять. Прогреваем очень хорошо, прогрели, и теперь спокойненько просто отверточкой раз, поддеваем блок, и все само у нас открывается. Главное хорошо прогреть. Вот герметик сразу тянется, вот он, видите. Теперь вверх здесь поднимаем и спокойно его отрываем. Вот такой вот он получается тянучий. Не бойтесь, грейте, очень хорошо прогревайте, чтобы вам было удобно снять, не повредив крышку. То есть крышечка даже у нас не повреждена. Подключаться, чтобы ввести блок в режим BCL, мы будем по вот этой схеме. Значит, здесь нам нужно 4 резистора. 1, 2, 3, 4 на 1 килоом. Так, значит, у нас где здесь? Вот мы смотрим, вот эта точка крайняя, она будет вот здесь. Вот резистор этот стоит вверху. Дальше у нас идет точки здесь. И здесь, внизу две точки. Давайте сейчас подсоединимся и прочитаем EEPROM. Разблокируем его. И потом на машине уже будем читать калибровки. Итак, все соединения мы выполнили согласно схеме. Значит, резистор у нас на 1 килоом идет вот сюда, на общий. Здесь расходятся два резистора, и один резистор отдельно идет на площадочку. Вот по этой схеме мы все это делали. Давайте теперь читать EEPROM. Подключения все выполнены. Давайте откроем PCM Flasher. Вот, значит, открыть нам нужно модуль Volkswagen, CMOS. И выбираем CMOS 8.6 EEPROM Unlock BCL. Для начала давайте сделаем идентификацию. Автоматическое, да, управление делаем. Вот идентификация готова. В режиме BCL проверка цифровой подписи не выполняется. То есть неизвестно. Это делается не в режиме BCL, в нормальном режиме. Сейчас, чтобы нам разблокировать этот блок, нужно нажать на инициализацию. Но мы для начала прочитаем EEPROM и сохраним его, чтобы у нас был бэкап.
Вот EEPROM сохраняем в папочке CMOS 8.6. Все, вот он у нас здесь. Нажимаем ОК. И теперь нажимаем кнопочку «Инициализация». Вот он написал: «Проверка цифровой подписи отключена. На этом режим BSL закончен». Давайте теперь снимем все резисторы и сделаем идентификацию по коншине. И он должен написать, что проверка цифровой подписи у нас будет отключена. Все резисторы мы сняли. Теперь блок у нас не в BSL режиме. И давайте сейчас сделаем идентификацию этого блока. В PCM нам нужно выбрать модуль VAC, CMOS и CMOS 8.6. Просто для идентификации. Вот он. Включаем питание и делаем идентификацию. Вот, пожалуйста, идентификация прошла успешно, и теперь он нам пишет: проверка цифровой подписи отключена. Теперь этот блок можно читать, делать тюн и записывать назад. Давайте наш блок отсоединим. И сейчас разогреем поверхность, вот эту. Нанесем сюда герметик. Использовать герметик мы будем сегодня вот такой. Производство Соединенных Штатов. Герметик очень хороший именно вот для блоков. И наносим герметик. Тоненькой полосочкой ведем. Теперь его плотно закрываем крышкой. Вот так вот. И загибаем усики, которые разгибали вот таких вот пассатижей маленьких. Это вот эти мы загибаем. Так, а эти загибаем с помощью больших. Берем и на себя тянем просто вперед. Раз, два. Теперь берем вот эту сторону. Три, четыре. 5 и 6. 6 больших и 2 маленьких. Всего 8. Все, наш блок загерметизирован. Можно теперь ставить в машину, читать, делать тюнинг и заливать в него снова. Вот машина, на которой мы делали блок CMOS 8.6. Стоит он вот здесь. Дренаж он весь забит. Это чистить надо все. Вот, иначе блок будет тонуть. Давайте теперь программировать его. Пойдемте в машину. Вот машина. Кнопочка старт-стоп. Открываем PCM Flash. Так, выбираем. А у нас уже все выбрано. CMOS 8.6. И давайте сейчас включим зажигание. Вот зажигание включилось. Делаем идентификацию. Идентификация прошла успешно. Проверка цифровой подписи отключена. Нажимаем чтение. Окей. Читаем только калибровки. Здесь написано: внимание, чтение возможно только после разблокировки блока. Только для разблокированных блоков.
читает очень быстро. Все, выключите зажигание, выключаем. Окей. Сохраняем. Так, да, сохраняем в эту папку, куда мы сохраняли EEPROM ранее. Контрольная сумма корректна. Итак, мы модифицировали наш файл считанный, то есть отключили вихревые заслонки впускного коллектора, сделали тюнинг и Евро 2. Вот наш файл оригинальный. А вот то, что мы сделали. Теперь давайте его зальем в авто. Включаем. Теперь делаем идентификацию. Идентификация прошла успешно. Берем наш файл. Вот он. И нажимаем записать. Идет запись блока. Конечно, здесь все загорается, пищит. На это не обращаем внимания. Потому что блок от основной массы отключается при программировании. Ничего страшного в этом нет. Программирование у нас продолжается. Достаточно быстро PCM Flash пишет это все. Вот уже 80% записала. Даже 86. Еще немного и... Завершение. Завершено успешно. Пожалуйста, выключите зажигание. Выключаем зажигание. Нажимаем кнопочку ОК. Запись завершена успешно. Теперь давайте машинку заведем. Включим зажигание. Все заводится без вопросов. Все, мы залили тюнинговую прошивку. Всем всего самого наилучшего. Хороших клиентов, отличной работы. И крепкого-крепкого здоровья.